Неудачная переправа. В Жамбылской области задержали конокрадов, пытавшихся перегнать лошадей из Кыргызстана в Казахстан. Двоих граждан соседней республики задержал наряд погранзаставы. В это время другие соучастники успели перегнать часть лошадей через границу. Дознаватели нашли след, который привел в один из сараев села Градикова. Там обнаружили более 100 голов лошадей. У 17 из них есть специальные регистрационные чипы, остальные 85 – бесхозные. Это нарушение границы они спланировали еще давно. Об этом к нам поступала оперативная информация заранее, заблаговременно. В данный момент производится следственное мероприятие отделом дознания Тарасского пограничного отряда.